18 июля утром в тракторозаводском районе на улице Бобры загорелся жилой четырехэтажный дом. Огонь начался на крыше, а затем распространился на чердак дома. Жильцов здания в срочном порядке стали выводить на улицу, известно о 35 эвакуированных. Как сообщает ГУ МЧС России по региону, площадь пожара 765 квадратных метров, горит кровля. На место прибыли 70 специалистов и 27 единиц техники. Первый прибывший руководитель тушения пожара по прибытию к месту обнаружил горение кровли по всей площади здания, объявил повышенный ранг пожара номер 2, согласно которого были направлены силы и средства. По прибытию к месту всех сил и средств были введены стволы на тушение на решающих направлениях. На текущий момент уровень дыма значительно снизился. Пожарные работают внутри здания. Территорию вокруг горящего объекта обнесли сигнальной лентой. Местные жители ожидают окончания тушения на улице. Отметим, что в декабре 2023 года в этом жилом доме завершился капитальный ремонт. Николай Зимин, телеканал «Волгоград-1», совместно с пресс-службой ГУ МЧС России по Волгоградской области.